Ну что, дорогие, любимые, нежные, прекрасные женщины, женщины, наконец-то настал тот час, когда я снова вижу вас, опять надеюсь на взаимность. Во-во-во-во-во-во-во. Да, сегодня ваш день, ваш праздник, и, конечно же, хочется вас поздравить от души, душевно, в душу, как всегда. У нас есть 5 минут, вложимся в 5 минут? Хватит вам? Если нет, потом сделаю добавку, хорошо? Женщины, без вас жизнь была просто, ну, такая скучная, я даже не могу представить. И что бы мне хотелось сегодня сказать? Женщины, любите себя. Я понимаю, что ваша любовь к себе зависит от нас, но в то же время не забывайте любить и уважать себя. Нежно, в меру. Правильно, как-то так, да, вот, чтобы мужчины к вам тянулись, да, чтобы вы излучали ту нежность, которая будет притягивать мужской пол. В наше время очень много подмены ценностей, женщины рвутся куда-то в бизнес, еще куда-то. Окей, если чувствуете, что это ваше, пробуйте, но мне кажется, истинная природа – это быть женщиной. Быть слабой, женская сила в ее слабости, быть рядом с мужчиной, да? Не впереди, не сзади, просто идти рядом со своим любимым, поддерживать его. И вместе с ним идти на Олимп. Вот, девчушки, вы такие все классные. Каждая из вас особенная. И когда я вижу, что у кого-то какие-то комплексы, там еще, ребятки, забейте на это все. Примите себя, полюбите себя, серьезно, это все такие глупости. А все остальное можно исправить любовью, если что-то так же сильно не нравится. Но лучше, чтобы вам все нравилось. Красота спасет мир, любовь спасет мир. Короче, у вас сегодня праздник, и чтобы вам пожелать такого особенного, не переживайте на все свое время. Занимайтесь собой, создавайте себя, и правильный мужчина, он всегда к вам придет, если у вас его нет. А если есть, ну, тогда работайте. Да, отношения – это работа, нужно вкладывать. Вот. И, конечно же, хотелось бы поговорить о духовной складовой. То есть внешность – это, конечно, все прекрасно, но это чисто приманка. А потом в ход вступают все ваши внутренние качества. Да, какой вы разговорник. Разговорник? Собеседник. Вот. Как вы умеете ухаживать, готовить. И, честно говоря, мне кажется, женщинам по кайфу готовить. Они так чувствуют себя женщинами. Понятно, что мужчина тоже должен делать что-то в ответ. Но я там в наше время, вот в Нью-Йорке, не знаю, настолько заняты по работам, покупают еду. Блин, девчонки, это кайф. Честно, я бы сам готовил. Ну, сам себе я и готовлю. Но если бы рядом была бы хорошая девочка, я бы с удовольствием готовил. Не знаю, как часто, хватало ли бы времени. Но мне кажется, что у меня рядом будет женщина, которая будет всегда готовить. Всегда. Иногда я. И я буду обеспечивать, она будет все остальное. Что будет желать ее душа женская. Вот. А никто не занимается воспитанием, да, как-то все так тяп-ляп и все, поэтому хочется этим заняться в будущем. Вот, сексуальное воспитание, женское какое-то развитие, мужское, да, чтобы все было на местах, чтобы все было по фэн-шую. Вот, короче, настряпал почти на 5 минут, ребятки. Ребятки, я не знаю, кто там еще будет смотреть. Мальчики, это вам не обязательно, но если посмотрите, вас тоже с праздником, держитесь, помогите девушкам сегодня, да, сделайте этот день спешл, хотя бы один раз в год, можно и каждый день, вот, любите друг друга, уважайте, поддерживайте и несите свет в мир, вот так вот, в двух словах, я сонный, у нас 4 утра, и поэтому я налепил вот так вот, что было, чтобы вы пораньше успели прочитать, поэтому извиняйте, что нету красивого вида. Все будет потом. Главные слова. Все, от души, с Нью-Йорка, ваш Зев. Всех целую, обнимаю.
красотки. Peace. Всем добра.